К 43 годам к 43 годам я поняла, что любовь — это я пришла в твою жизнь для того, чтобы ты стал больше. Ты пришел в мою жизнь для того, чтобы я стала больше. Ты мне к лицу, я ради тебя, я с твоим именем, мне для тебя не лень. Все это имеет огромное значение. Как только приходят слезы, драмы, разборки, дележка, кто встал, кто больше заработал, я с тобой некрасивая, ты испортил мне жизнь, я тебя отдала. Все это суррогат, а не любовь. Когда приходит любовь, ты животно боишься ее потерять и больше ничего, потому что с нею вместе ты становишься в 2 раза больше.